Единый государственный экзамен сдал 641 выпускник. Анапские школьники улучшили результаты ЕГЭ 2013 года. В прошлом году 3 ученика сдали на 100 баллов. В этом году экзамен по русскому языку на 100 баллов сдали 2 выпускника из школы номер 4 и 2 гимназиста «Авроры». Мы гордимся работой коллективов, очень рады и благодарим родителей за ту работу, которую они проделали для того, чтобы ребята достигли самых высоких результатов ЕГЭ. И в этом году у нас больше всего по русскому языку 119 человек набрали высокий балл от 80 до 100 баллов. Средний балл по русскому языку в 2013 году 66, в этом году 68,7. Школьники улучшили результаты и по математике. В прошлом году средний балл составил 44,5 баллов, в этом году 48. Все пункты проведения ЕГЭ во время экзаменов оборудовали системами видеонаблюдения, а в Москве в здании Роспотребнадзора открыли ситуационный центр, куда приходила вся информация из региона в дни экзамена. Без фиксации видеокамерами всего экзамена процедуру аннулируют. Особое внимание уделили безопасности учащихся и информационной изоляции. Материалов ЕГЭ. В частности, все пункты сдачи ЕГЭ оборудовали металлодетекторами. Процедура, которая проводилась в этом году, более жестко, сложно, была проведена без замечаний. Все комиссии краевые и все комиссии, которые были региональные из Краснодарского края, отметили слаженную, хорошую, четкую работу всех тех организаторов ЕГЭ, которые у нас были на наших пунктах проведения единого государственного экзамена. Предметы по выбору выпускники сдали успешно, без замечаний и нарушений. Сейчас идет проверка результатов и апелляционная процедура. В этом году результаты экзаменов выпускников отмечены только в единой электронной базе. Бумажные сертификаты отменены. Положительные результаты по русскому языку и математике дают право школьникам получить аттестат. Эта огромная работа проводилась под контролем главы муниципального образования город-курорт Анапа Сергея Павловича Сергеева. Он лично контролировал и знал каждый день экзамена. В этом году 39 выпускников поощрят медалью за особые успехи в учебной деятельности, учрежденной законодательным собранием Краснодарского края. Награду вручит мэр Анапы Сергей Сергеев на празднике «Алые паруса». В 2013-м неудовлетворительную оценку получили 28 выпускников. В 2014-м не прошел порог успешности только один курсант кадетской школы. У него есть возможность пересдать экзамен в резервный день вместе с теми, кто не смог прийти на испытания в единый день сдачи по уважительной причине. Успешно сдали ЕГЭ дети с ограниченными возможностями здоровья. Улучшили результат и девятиклассники. В прошлом году не преодолели порог успешности по русскому языку 50 учеников, в этом 12. В 2013 году математику провалили 62 школьника, в этом 42. На курорте подведены предварительные итоги единого государственного экзамена и отмечено, в этом году результаты лучше.